и matching бонусом и другими делами. Значит, для интернационального директора было 20 циклов в неделю, стало 10 циклов в неделю. Для филвайс-президента было 100 циклов в неделю, стало 50 циклов в неделю. Два раза ниже. И так по статусу вниз, приблизительно два раза ниже норма. Значит, что еще убрали? Убрали карбонус для интернациональных директоров, оставили только для филвайс-президентов $1000 и выше. $500 для интернациональных убрали. Но в связи с понижением статусов для интернационального директора, филвайс-президента, оставили pay matching бонус. Это очень важно, потому что pay matching бонус это довольно внушительное такое... внушительный удельный вес зарплаты человека, который уже имеет кое-какие структуры. Структуры находятся и в правой, и в левой стороне. Вы знаете это все. Значит, и вы имеете возможность получать интернациональный директор 10% pay matching бонуса от всех спонсорских линий, президент, филвайс-президент 20%. Это все остается. Таким образом, у нас в руках сегодня шикарный механизм. К тому всему, если мы уже говорили о конечной цели, еще мы сильно все мотивированы тем, что каждый, за каждым статусом будет закреплено определенное количество акций, которые будут раздаваться. Я еще раз напоминаю, первый этап движения компании до фондовой биржи мы уже прошли. У нас есть лицензия компании, компания проверена государственными органами Соединенных Штатов Америки, она имеет право это делать. Вторая фаза, которая уже началась, которая идет, это распределение акций, именно распределение акций среди тех людей, которые заслужили право иметь такие акции. Определенное количество акций будет выдано и для партнерского его направления. Может быть, это будет 20%, может 10%, может 30%, я не знаю. Но будет какое-то определенное, четкое, конкретное количество акций. Там, не знаю, какие цифры будут, но, допустим, если будет 500 000 000 акций и 20% хотя бы взять, это 100 миллионов для акций, для партнерской программы. Я считаю, это не так. Я так приблизительно говорю вам, что вы просто понимали, что речь идет о довольно существенном количестве акций. Поэтому наша задача на сегодня сделать все, чтобы быстро достичь определенных статусов и оборот. Меня сильно радует вот этот промоушен. Я просто вижу, я же вижу цифры постоянно, я каждый день вижу цифры. Я вот посчитал, что со вторника утра, когда был реально запущен промоушен, до сегодняшнего дня, значит, 39 контрактов, вот до сегодня, до этой минуты 39 контрактов сделано по моей структуре. Если я вам скажу, что перед этим было 2-3 контракта, вот что-то упал так сильно оборот в день, то вот вам и разница. Значит, во вторник было сделано 9 контрактов, и вот 30 контрактов за среду, за целый день, за ночь еще пару контрактов добавилось до сегодняшнего дня. Таким образом, я вижу явный рост, я вижу то, что люди поняли суть промоушена, поняли цель, к которой мы идем. Но я вам хочу сказать, что это еще далеко не все. Я хочу, чтобы вы понимали, что вот этот промоушен, который объявлен до 28 числа, это только начало. Билл Старки готовит целую систему промоушена, которые будут связаны один с другим. Один как шестерня будут зацепляться. И наша с вами задача не ждать, что будет, допустим, после 28 февраля. Не надо нам этого ждать. Нам надо использовать уже сегодня, каждый день, каждый час, каждую минуту для того, чтобы увеличить обороты. Если другие делают, каждый может из этого сделать. Что надо реально сделать? А я вам скажу, что надо сделать. Поднимите свои структуры. Возьмите классика MLM бизнеса. Это спонсор должен лично дойти хотя бы до третьего уровня. То есть знать всех своих личных ваших личных. Ну, может быть, не всех, но хотя бы тех активных, которые работают. Поднимите вот команду всю эту махину свою. Поднимите и обеспечьте, чтобы каждый человек, который сделает два контракта и станет, чтобы каждый человек, который сегодня активный и не имеет ни одного контракта, или он даже не активный, чтобы его активировать и помочь
ему стать суперафилиатом. Суперафилиатом всего-навсего надо сделать два контракта по $200. Но это все смешно, это копейки. Иметь такой шанс в жизни, вот помогите людям. Мотивация для суперафилиата будет та, что так и как бы ни распределялось алгоритм по распределению акций, все равно суперафилиат получит какое-то, может быть, не минимальное количество акций. Для каждого человека это очень хорошая мотивация. Если вы не активному, который уже полгода, допустим, не проплачивал абонентскую плату, как-то вот ушел от бизнеса, сегодня разложите все карты на столе, расскажите, что у нас делается по продуктам, расскажите, что у нас делается в маркетинг-плане, какие перспективы по выходу на биржу компании iWavi. Он 100% активируется. А дальше следующий шаг. Помогите ему сделать по $200, хотя бы двух человек. И он уже акционер компании, он уже никуда от вас не уйдет. Во-первых, он будет ваш, потому что эти акции, которые он получит, они будут у него, он будет видеть их в бэк-офисе. Но если он месяц не будет проплачивать абонентскую плату, у него заберут эти акции. Поэтому что выходит? Что уже без вашего ведома. Он, если захочет сохранить эти акции и эти возможности, он, естественно, будет держать себя в активном состоянии. Это однозначно. Поэтому вот сделайте это. Если вы сегодня большое количество людей, которые пока не суперафилиаты, сделайте их суперафилиаты, не концентрируйте сейчас структурные руководители на ваших личных контрактах. Можно попутно делать, это такое всегда дополнение хорошее, но сконцентрируйтесь на структурной работе. Объясните людям, что самый важный старт в нашем бизнесе – это суперафилиат. Активный человек, который минимум два человека в структуре, который имеет же первый шаг сделал для того, чтобы стать совладельцем компании iWavi. Это очень хорошая мотивация. А дальше мы помогаем этим двум также сделать два. Он становится директором уже. Он становится директором. Еще больше акций у него добавлять. И таким образом, только таким образом мы можем это сделать. Я говорю, факты говорят сами за себя. Меня критиковали, Ласло критиковали, Билла Старки критиковали. А что вы так сделали промоушен, что вы понизили стартовый бонус? Не зацикливайтесь на стартовом бонусе. Вы просто посчитайте, сколько у каждого из вас личных контрактов. Не так много. И в принципе, практически все равно. Если у вас, допустим, несколько контрактов, все равно, что вы зарабатывали по $50 или по $17.75. Это не бизнес, это личные контракты. Суть нашего бизнеса – построить структуру и довести вот этот свой личный бизнес до создания пассивного дохода. Пассивный доход вы можете получать только в том случае, когда у вас будет много людей. Что вы должны сделать? Вы должны свои знания, свой энтузиазм, свою веру передать своим партнерам, и чтобы они также делали оборот. Ласло всегда говорит, что лучше иметь много по одному центу, чем мало по одному доллару. Это все правильно он говорит. Лучше получать 1% от 100 человек, чем 100% от своей личной работы. Это также правильно. Поэтому я хочу, чтобы вы правильно поняли бизнес. Опускайтесь вниз, заходите к личным и так дальше, и помогите людям сделать контракты. Если бы мы сделали ошибку в промоушене и неправильно сделали, не было результатов. Я вам говорю, с нуля фактически за два дня результат 39 человек структуры. Но я точно знаю, что это только начало. Это только начало. Я просто хочу, чтобы сейчас все проснулись, чтобы зажгли вот этот огонь работы в своих структурах. А я вам обещаю 100%, и Билл обещает, и Ласло знает это, что после 28 числа мы этот огонь, который мы разожжем, мы еще бензинчику туда добавим, или какого-то горючего материала, мы добавим 100%, с тем, чтобы еще больше горел наш бизнес и наша работа. И таким образом мы уже не просто понаслышке, а основываясь на конкретных фактах, на конкретных перспективах, мы говорим вам, что за 3 месяца вы не узнаете свои структуры. Вы просто не поверите, что случится. Вот. Мы уже это знаем, как оно будет идти, но если хотите знать больше, я вам скажу, вот те, которые хотят знать больше, многие меня задают вопрос, а как будут распределяться акции, а сколько и куда? Акции будут зависеть от вашего фаундера значка, который есть у вас, но это ограниченное количество людей, от ваших статусов и от вашей заработной платы.
Вот три критерия будет. Какое количество? Я пока не знаю. И Билл пока до конца не знает. Он же приблизительно знает, но не до конца. Но те люди... Вчера на совещании Билл разрешил, мы попросили у него разрешения. Значит, он, можем сказать, не можем, он хочет через 4 недели провести совещание интернациональных директоров. Где-то. Может быть, это будет на Кипре. Рассматривается такой вопрос на Кипре. На 2 дня провести совещание интернациональных директоров и лично там же. Я думаю, это он сказал и разрешил нам озвучить это, что где-то это будет через 4 недели приблизительно. Ну, плюс-минус, не будем же хвататься там за слова. Значит, он лично пригласит интернациональных директоров. У него уже на это время будет картина. По акциям, по количеству акций на фирмы, по процентажу, который он отдает для нас. И он же по статусам, по всем критериям даст точные и конкретные цифры, чтобы мы понимали и чтобы мы это должны услышать от него лично, не даже в режиме онлайн, а лично встретившись. Где-то он организует такую встречу. Попасть может каждый человек, который сделает статус интернационального директора. Поэтому я думаю, те люди, которые на сегодня, может быть, вы когда-то были интернациональным директором, но не выполняете норму. Ну, выполните хоть за одну неделю норму 10 циклов, не 20, вы попадете туда обязательно. Те люди, которые никогда не были интернациональными, но придется делать 2 недели по 10 циклов, также попадете туда. Поэтому... Хотите лично узнать вот все от Билла Старки и где-то 2 дня провести в хорошем каком-то месте, пожалуйста, не тратьте ни одной минуты, ни одного часа, ни одного дня, продвигайтесь быстро вперед. Вот мы в руках сегодня имеем очень шикарные возможности, очень шикарный промоушен. И фактически, если подвести итог сказанному, я вам скажу, что такой шанс в жизни бывает только один раз. Только один раз. И мне 58 лет же стукнуло. У меня такого шанса в жизни никогда не было. Я работал раньше по прямым продажам в страховом бизнесе. Там были умные люди, которые обещали, что да, вы станете акционерами, но так никогда не довели это до конца. Никогда не пустили партнеров стать акционерами компании. Всегда обогащались те, которые организовывали бизнес. А мы, как эти трудяги, ну, на маркетинг-плане жили, достигали определенных успехов, но мы никогда не могли сказать, это наша компания, мы за нее будем бороться, потому что мы являемся совладельцами, хозяевами этой компании. Сейчас у каждого есть такая возможность. Поэтому сделайте то, что мы говорим. Не тратьте времени на разговоры. Если у вас есть какие-то вещи, которые вас на сегодняшний день отвлекают, отодвиньте на 2 недельки, на 2-й план это все. Сконцентрируйтесь на суперафилиатах в ваших структурах. Чем больше суперафилиатов будет в ваших структурах, тем больше у вас шанс и возможности решить все буквально свои финансовые проблемы. И маленькие, и большие, которые у вас есть на сегодняшний день. Вот это я искренне хочу вам сказать. И хочу, чтобы вы как-то почувствовали и передать вот эту эмоцию, передать вот эти чувства, которые у меня есть, с тем, чтобы вы достигли хороших целей в бизнесе. А сейчас я хочу передать слово Ласло. Он расскажет, еще раз покажет маркетинг-план, чтобы вспомнить все, чтобы у нас не было ни договоров, ни доразумений никаких. Я думаю, чтобы все было понятно, каждому все точки над и расставить. А потом, Ласло, ты мне все-таки эту табличку в конце поставишь. Я еще раз хочу кратко, буквально несколько минут подвести итог. Пожалуйста, вот. Окей. Так, пожалуйста, еще раз ставьте, пожалуйста, плюсы, если слышите меня. Окей, отлично. Пока картина зайдет, все. Но я хочу вам сказать, что на сегодняшний момент те люди, которые имеют ракетный старт, у вас в руках полная возможность быстро стать суперафилиатом. То есть эта система такую цепную реакцию каждому даст. Я знаю, что на сегодняшний момент уже многие из этого просто живут, и многие уже от этого используют базу данных. То есть сегодня просто тупо берите и используйте тот возможность, который у вас есть в руках, а именно это ракетный старт, плюс с ракетным стартом вот этот план, бизнес-план, который у нас сегодня есть.
Так как вы знаете, что у нас начался период промоушенов, которые друг на друга будет строиться, как Евген вам уже рассказал. Вчера я слышал от людей, а что будет дальше? Не интересуйтесь, что будет дальше, потому что процедура, процесс целый начался, и у него будет продолжение, продолжение, продолжение. Понимаете, то есть, когда вы дом строите, не начнете же сразу стены. Вы должны фундамент создать, стену и потом крышу. То есть, наш ряд промоушенов тронулся. Именно дали возможность войти в бизнес за $199. $199 составляет базу $149, потому что у нас, если кто-то просто хочет использовать это, знаете, тогда он платит $149 плюс $25 месячных абонементских оплат. Если кто-то хочет бизнесом заниматься, еще годовую ассоциацию $25 добавляет, и он уже человек в бизнесе. То есть, имейте в виду, что с $200 вы можете начинать бизнес. Что вам даст, какие возможности дает, именно, знаете, 7 возможностей дает вам система. И мы сейчас будем просматривать эти именно 7 возможностей. Только я, наверное, буду побыстрее переключать, потому что такие картины, что-то сейчас тяжело мне переключать, я не проклацал их. Давайте посмотрим первую возможность из 7. Это именно комиссионные от прямых продаж. Я хочу, чтобы вы это записали, и это у вас было действительно под рукой, потому что, знаете, всегда есть какие-то сплетни, что вот это не додали, вот то вот не додали. Вот сейчас слушайте внимательно, что у вас в руках, если вы за $200 начинаете этот бизнес. Комиссионные от прямых продаж – это именно при каждой личной продаже вы получаете комиссионные 10%. Например, при продаже пакета «Профессионал» вы получаете вознаграждение в сумме $14.90. Из чего это создается? Так как база $149, вы знаете, 10% от базы, это как раз получается $14.90. Из $25 ассоциации компания не платит никаких дивидендов, а именно из месячных абонплат компания также платит 10%. Но 10% там уже ежемесячно вам будет. То есть, когда люди будут выплачивать каждый месяц абонементскую оплату, вы будете также получать каждый месяц плюс, это личная комиссионная продаж, $2.50. Итого при продаже пакета «Профессионал» вы получаете $14.90 плюс $2.50, итог $17.40. Естественно же, убрано было целые $100. Конечно, компания не может сейчас $50 платить. То есть сейчас комиссионные от прямых продаж по профессиональному пакету это $17.40 вместо $50. Идем дальше. Также остается бонус клуб Орлов. Это очень важно, что он остается. Почему? Потому что если клуб Орлов остается, значит, тогда вы можете дополнительных $100 заработать. А дополнительных $100 это почему хорошо? Потому что если вы сделаете 4 контрактов, практически ваш вложение вернулся обратно. Вы сделаете с первого момента, как вот зарегистрировались, 4 контрактов, и у вас возвращено те $200, которые вложили. То есть Eagle Club также остался. Дальше, после Eagle Club у нас также есть так называемый командный дуальный доход. То есть компания также оставил 250 баллов за $200 контракт. Я считаю, что это очень-очень-очень хорошее дело, что за те же самые баллы получаем, как от $300. Итого. Если у вас произойдет с левой стороны прямая продажа профессионального пакета, вы получаете 250 баллов. Если у вас с правой стороны приблизительно, скажем так, 5 контрактов, то есть 5 месячных абонементских оплат проплатят люди, там вы получаете по 50 баллов, а 50 баллов по 5 это также 250 баллов. То есть слева, скажем, новый контракт, справа 5 проплат, у вас равняется циклом. То есть, было раньше за $300 250 баллов,
Тут за $200 те же самые 250 баллов получаем. Я считаю, что это очень-очень хорошая сейчас для нас возможность построить очень быстро структуру. Идем дальше. Следующий это бонус директора по быстрому старту. То есть те люди, которые за течение месяца от того момента, то есть за 30 дней от того момента, как он зарегистрировался, зарегистрирует своих двоих. То есть то, что сейчас вам Евген рассказывал, станьте побыстрее суперафилиатом. Если вы станете суперафилиатом и ваши два человека также быстро станет суперафилиатом, если это произойдет в течение за 30 дней от дня регистрации вашего, тогда вы получите ранг директора, и с этим рангом у вас еще идет $100. Если это произойдет на 31 дне, вы просто ранг получите, а $100 уже не получите. Так что сегодня есть у вас шанс быстро идти, и Eagle Club получить, и бонус директора получить. То есть за течение месяца вы можете гораздо больше денег собрать, чем час вложили. Я считаю так, что те люди, которые говорят, что вот как бы быстрее получить своих денег, естественно, я каждому скажу, для того, чтобы получить, надо также отдать его, да, то есть надо отдать. А теперь давайте посмотрим дальнейшие, так скажем, то есть как еще остальных доходов вы можете получать. Остальные доходы уже только зависят от ваших рангов. Если эти не зависели от ваших рангов, две последние доходы только от ваших рангов зависят. Ну так как компания сейчас просто, знаете, есть вот когда прыжок бежит и перепрыгивает через, так скажем, через пруд, то есть как называется этот такой длинный палочку, то сейчас BioStarkey это сильно низко опустил. Потому что сейчас посмотрите, что ну, вот, достичь суперафилиата и директора это то же самое, что было до этих пор. Суперафилиат, если у вас есть два человека, один левый, один правый. Директор это когда у ваших двоих также есть по два. А все остальное у нас зависит от наших циклов. Национальный директор. Видите, у нас выделено, есть раз, два, три, четыре, пять очень важных таких шагов. Это национальный директор, международный field vice president, президент и консул глобальных лидеров. Национальный директор сейчас всего лишь только два циклов. Очень важно дойти до международного директора. Вот только что Евген вам сказал, что если вы сейчас быстро дойдете, то будет одна такая встреча, где вы можете присутствовать. Но тем не менее, тут же моментально получаете 10% цикловых оборотов ваших спонсорских ветки до бесконечности. Если вы дойдете до Field Vice Президента, там это добавляется до 20%, и здесь дается автомобильный бонус. Президент это получает 30% от цикловых оборотов. Раньше пришлось 500 циклов сделать. Компания упустила до 150. Видите, Field Vice Президента также упустил со 100 на 50. И понимаете, я вот вчера сидел и просто думал. Я вам сейчас покажу. Я думаю, что вы знаете, что обозначает стать, то есть то, что обозначает matching бонус. Matching бонус это очень сильное дело, потому что вы просто получаете от своих же сотрудников, от их цикловых оборотов. Если вы дойдете до интернационального директора и условно вы будете получать $1000, плюс 300 где-то долларов вы будете еще получать от циклов ваших сотрудников. Если вы дойдете до FieldWise, условно будете 10 тысяч зарабатывать, примерно еще 5 тысяч будете получать от циклов. Если вы дойдете до президентала и будете $100 000 зарабатывать, еще приблизительно 100 тысяч у вас будет идти от циклов. То есть бонус в соответствии, кто почувствует, я думаю, что не захочет никогда ниже уйти того уровня, где платится pay matching. А теперь давайте с вами посмотрим самый последний бонус, это лидерский бонус, то есть это действительно могут получить те люди, которые с нами и которые только с нами идут и не заглядывают ни лево, ни право, а только именно тянем телегу, так скажем, компании iValue. Если дойдете до Field Vice Президента и будете держать этот уровень, у вас обеспечен автомобиль
на бонус $1000 каждый месяц. Я думаю, что дойти до Field Vice Президента, если человек, понимаете, серьезно идет к своей... То есть, вот я примерно, когда учился на авиатора, тогда я туда шел так, что каждый день я знал, что каждый шаг, то, что делаю, я делаю для того, чтобы дойти туда. Если вы тоже будете каждый шаг, каждый день сделать шаг, чтобы дойти до финансовой независимости, то ваш первый такой хороший, так скажем, уровень — это Field Vice President будет. Там у вас обеспечатся автомобилем. Если мы с вами дойдем, несколько человек, я думаю, что мы дойдем, несколько человек, до консула глобальных лидеров, а это 1000, вам надо два раза всего лишь 1000 циклов сделать, это одну неделю и вторую неделю, и вас обеспечит компания с домом мечты. Знаете, вчера мне один человек говорит: а вот, дом мечты было до этих пор $2.5 миллиона, а сейчас его понизили до $1 миллион. Окей, говорю, ты дошел до этого? Ну нет, я говорю, потому что ты практически тяжко было дойти. А сейчас до 1000 дойти, знаете, это уже реальный шанс дойти до 1000. Я вам скажу, посмотрите компанию, ну я скажу, Talk Fusion. Там очень многие доходили до 1000 циклов, понимаете? Это там просто смешно доходили. И ничего не получили, потому что там с 1000 циклов ничего такого подобного там не получили. А здесь с 1000 циклов, если два раза повторишь, миллионный дом. И хоть где вы хотите. Если даже вы заплатите налог от этого $1 миллион, понимаете? И у вас чистых останется там 700-800 тысяч, да? Потому что в любом стране, если вы хотите дом купить, вы, естественно, должны налог из этой суммы, потому что это сумма брутто всегда, понимаете? Из брутто стоимости, то есть из нетто стоимости такую виллу купите, хоть где, хоть в Европе, хоть в каких-то медитеранских странах, даже в Америке, я вам скажу, за эти деньги купите очень хорошие. Даже можно так сказать, на островах Кайман можете купить за это хорошую квартиру, может быть, не классную виллу. Но в Венгрии за такую сумму, такую виллу купите, что просто у вас там даже услугу можете содержать, которая вам будет трава косить и автомобиль вашу чистить и мыть. Вот значит, что обозначает работать в компании iVive и всего лишь только за $200. Понимаете, я вам скажу одно. Те люди, которые сегодня просто эту систему, вот эту возможность не используют, такой больше у вас шансов в жизни действительно не будет. Я еще раз вам говорю, у вас есть в руках сейчас такой возможность за каких-то $45 купить этот ракетный старт и с помощью этого ракетного старта найти хотя бы 5, 6, 10 прямых контрактов и все. Дальше их руках также дайте вот этот инструмент, предложите им и вперед, понимаете. Если, знаете, если сейчас действительно хором вот так, знаете, как волки, когда идут в охоту, если мы сейчас вот так все взялись бы, как волки, мы могли практически всю Европу съесть с вами. Я вам это гарантирую. Так что я чувствую, что это скоро придет, когда несколько сотня, несколько тысяч человек среди нас поймет эту возможность, и мы хором вот так, как волки, пойдем по всей Европе, по всей России и по всей США даже. Спасибо за внимание. Евгений, слово твое. Вася, а ну верни мне по статусам слайд, пожалуйста, назад. По статусам. Так, не-не, именно статус, Лоци, статусы постав, статусы, количество циклов по статусам. Окей, только тяжко сейчас переключается. Все, а... вот он. Супер. Я все-таки хотел еще раз вернуться к этой табличке. Вы внимательно все это посмотрите. Я вам скажу, не просто так было, что вы открывали бэк-офис, и вы уже на протяжении, по-моему, полтора года видели 11 Field Vice Президентов. И причем, я вам скажу, я же точно знаю, что большинство из них даже не выполняло норму. Они просто были как бы символически Field Vice Президентами. Было около 100 где-то человек, интернациональных директоров на всей фирме, может больше чуть-чуть, неважно. Но главное то, что цифра не поднималась больше.
И я, и Ласло, мы когда проводим презентации по маркетинг-плану, вебинары, когда читаем, лично я, например, никогда не доходил до никакого президента бриллиантового, президента синий бриллиант, черный бриллиант, и тем более до консула глобальных лидеров. Мы говорили, что такой статус есть, но аж страшно было вот эту норму сказать, потому что мы же в бизнесе работаем, мы видим, что практически достичь ее невозможно. Вы смотрите, вот сейчас что получается по филвайс-президенту. Ясно, что филвайс-президент — это уже шикарная возможность стать финансово независимым человеком. Я вам скажу, без всяких преувеличений. Но когда было 100 циклов в неделю, это умножьте на 4, это 400 циклов в месяц. Если взять структуру, действительно нормальную структуру, без перелива взять 400 циклов в месяц и перевести на подключение, это значит правой 400 подключений и в левой 400 подключений. Если грубо перевести, это 800 человек надо в месяц было привлечь. Сейчас это получается реально 200 циклов надо в месяц сделать для филвайс-президента. Но вы получаете и карт-бонус, и получаете и pay-matching-бонус 20%. Это шикарная просто возможность для заработка. Вот это, знаете, я просто хочу сказать вам, что если когда-то вы думали, что достичь филвайс-президента практически невозможно, вот, то сейчас он вот-вот у руках, вот-вот только надо чуть-чуть напрячься и хватнуть вот это, зацепиться так. Вы если почувствуете его, когда уже туда зайдет, вы никогда не упадете, вы будете все делать, чтобы удержаться и идти дальше. Я, например, не видел реально, вот согласно того анализа, который у меня был, возможности стать президентом. Ну, я вам напомню цифры. Это надо было 500 циклов в неделю сделать, 2000 циклов в месяц. 2000 циклов. Это получается, что 2000 справа и 2000 слева, если только перевести на привлечение новых партнеров. 2000 справа, 2000 слева в месяц. Это 4000 сотрудников надо подтянуть, чтобы стать президентом. Но на сегодня это всего-навсего 150 циклов. Это 150 циклов умножьте на 4, это 600 всего-навсего. 600. При том, когда моя структура уже сдавала 168 человек подписывалось в день, то 600 это уже не так уже и сильно много, в принципе. Не так много. Цель, я вам скажу, моя, и Ласло, и Билла Старки также, он, эту цель, чтобы мы сдавали так по 300 контрактов в месяц, в день, чтобы мы делали. Вот наша цель, и через 3 месяца это будет. Если будут вот такие, ну даже если не дотянем на 100% до 300 контрактов, даже если 100 контрактов будем сдавать, умножьте все это, и вы увидите, насколько достижимые вот эти циклы и эти статусы для вас будут. Уже стать президентом, я думаю, что вы уже тут не то что финансово независимый, вы уже богатый человек, вам же надо думать, куда вкладывать, куда инвестировать эти деньги. У вас же не будет проблемы поехать в любое время туда, куда вы хотите, быть там сколько хотите и с кем хотите поехать. У вас такой проблемы уже не будет, у вас денег будет хватать. Вам же надо думать, куда правильно вложить деньги, чтобы вы и ваши родные в дальнейшем могли пользоваться вот этими благами. А теперь за консула глобальных лидеров. Я вам скажу, мне никогда язык не поворачивался, когда я рассказывал людям, особенно новеньким, консул глобальных лидеров, дом за 2,5 миллиона долларов. Я там где-то иногда мог сказать, там будет дом, а циклы никогда не говорил. А знаете почему? А потому что тогда было консул глобальных лидеров 5000 циклов в неделю и 20 тысяч циклов реально в месяц. 20 тысяч циклов в месяц! Умножьте, это 20 тысяч справа, 20 тысяч слева, 40 тысяч человек надо за месяц привлечь. Ну я не говорю, там абонентская плата идет, ну условно, 40 тысяч человек, ну где реально при... Оно может будет реально, но через какое-то время, может быть через год, но сегодня, на сегодняшней ситуации это было нереально. Я ласково сказал, дом, кто-то обижается, что дом не за 2,5 миллиона долларов, а за миллион. Ну, во-первых, количество циклов намного, 4000, это реально сделать. Я уже себе ставлю цель
сделать. Для меня уже президент это даже не цель. Это промежуточный этап будет, который месяц, ну может два месяца он случится. Вот где цель. Консул глобальных лидеров. И тогда покажи Лоцику этот дом. И тогда дом за миллион долларов, какая разница? Дом и за миллион долларов, и за 2,5 миллиона долларов, это шикарный дом. Но вы посмотрите на этот дом. Вы заметите, что этот дом, там где вы будете иметь этот дом, там нет заборов. Там нет заборов, дорогие коллеги. Это огромное преимущество, что возле дома нет заборов. Если нет заборов возле дома, значит нет преступности, нет правонарушений, и тогда вы живете спокойно. Так дом за миллион долларов. Ну, я знаю, что за границей там, по-моему, 8% надо заплатить налог. То фактически заплатите на нос за 900 тысяч, купите себе дом, любой купите себе дом, какой хотите и где хотите. И главное, что дом будет без забора, вот что самое важное, что без забора, что вы будете спокойно жить и жить так, как вы хотите, понимаете? Вот в чем дело. Дело в том, что то, что сделано на сегодняшний день, оно доступно каждому человеку. Каждому. Вы же не смотрите, сколько у вас сегодня людей, структуры, сколько контрактов. Лоцико, если ты можешь мне поставить ту табличку, я хотел бы еще ту табличку. Пожалуйста. Я хочу сказать, если даже 20%, потому что в Австрии примерно 20, в Венгрии также 16, в Австрии 20% из 800 тысяч, в Австрии даже такие дом купите в Альпах. Если хотите. Сейчас включаю вам табличку. Суть не в этом. Суть в том, что я вот довожу до вашего сведения то, что и это там есть частичка и нашей работы, потому что мы также влияем на принятие решения Биллом Старки, что мы конкретно ему сказали, что недостижимые пока эти цифры. Станем конкурентом Skype, будут миллионы у нас людей, может быть мы вернемся к этим старым целям, но пока нам надо дать возможность реальности людям. И фактически для каждого вот то, что мы сказали, это уже реальность. Это уже реальность, потому что Билл Старки просто сидит на совещании, когда-то он думал, мы ему что-то говорили, он чухал и думал, как сделать и так далее. А он сейчас сидит и просто смеется. Он сидит, мы что-то говорим, а он просто смеется. Он говорит, вы еще не знаете, но я уже знаю, что за 3 месяца, через 3 месяца ваши структуры будут сдавать по 200-300 контрактов в день. Вот что он знает уже. И он говорит, я не просто так говорю, я знаю просто, что будет, как оно будет идти, и я уже 100% уверен, что так будет. И это действительно будет. Я хочу вернуться к этой табличке. Мы когда-то ее рассказывали, да, это теория, но это было также, знаете, кто-то мог просто посмотреть на эти цифры, знаете, сегодня из зарплаты 2000, пусть даже 5000 гривен в месяц, выйти по этим цифрам на зарплату, вот допустим, за 12 месяц на 122, ну давайте 3 месяца берем, какая тут зарплата за 3 месяца повышается? Ну за 3 нет, за 3 нет. Давайте возьмем вот за 7 месяцев. Это уже почти что 2000 долларов. За 8 месяцев уже 5000 долларов заработной платы. Я думаю, что используя тот промоушен, который у нас сегодня есть, и правильно сориентировавшись в ситуации, просто важно, чтобы вы правильно сориентировались в ситуации. Вы можете, вот то, что вы здесь видите, за 8 месяцев, вы можете сделать за 3 месяца. Вот за тех 3 месяца, которые у нас есть впереди. Я знаю, что это доступно для одержимых, для таких эмоциональных людей, для тех, которые понимают и слышат то, что мы говорим. Ясно, что если вам одно ухо зашло, то, что на здоровье вышло, толку никакого не будет. Главное, чтобы вы услышали то, что мы говорим. А что подразумевает эта табличка? А смотрите, очень просто. Вы приглашаете 2 человека, даже с нуля. Приглашаете одного личного. Вы ему помогаете сделать 2 личных. Месяц, 2 личных месяца, но вы можете это сделать и в неделю, и за 2 дня вам никто не мешает это сделать, ну пусть и в месяц, или в неделю, давайте месяцы поменяем на неделю тут, то будет очень классно, потому что промоушен идет, он всегда, обороты увеличиваются, давайте в неделю берем, первая неделя, ваш человек новенький абсолютно пригласил 2, значит, что мы все, уже трое все делаем, трое, вы и эти 2. Мы делаем то, чтобы эти 2
также по два пригласили. Вторая неделя мы работаем. Ну скажите мне, пожалуйста, разве это утопия за неделю пригласить двух человек по $200? С возможностью иметь акции компании, продукты шикарной компании и построить огромный бизнес. Это надо просто довести до людей. И причем еще одна эмоция очень хорошая, положительная. Иметь бизнес на долгие годы вперед. На длительный период, потому что фондовая биржа зарождается. Это длительный период. Это на большой период кусок хлеба иметь. Потом на вторую неделю. Разве 4 человека? Уже троим, нас трое есть. Убедить 4 человека в том всем, что мы сегодня говорили. Разве это трудно? 4 человека. Ничего не трудно. И вас же на вторую неделю, уже вас сколько? 2, 4, 6, 7 человек. Вас семеро. Третья неделя, смотрите, 4 и 4 справа, 4 слева. 7 людям, командой из 7 людей можно 8 человек пригласить за неделю снова-таки в бизнес. Абсолютно реально. Я не говорю никакой утопии. Абсолютно можно сделать. Может кто-то уйдет, но мы имеем всегда возможность новенького привлечь в бизнес. Понимаете? Четвертая неделя. Вас уже, нас уже больше. Нас уже 8, 10, 12, 14. Нас 15 человек. Нас 15 человек. 15 команда с 15 человек может 8 пригласить в бизнес, используя вот видеокоммуникации, используя личные встречи, а что хотите, всего-навсего по $200, однозначно может. И вот таким образом, если взять 3 месяца умножить на 4, это 12 недель, и это, допустим, это не месяцы, а недели, а тут, кстати, есть недели. Вы можете выйти, но смотрите на какие цифры. Стоит пожертвовать чем-то ради этого. Я вот так смотрю, люди мне лепят такое, просто уже извините меня, пожалуйста, я уже сильно эмоционально накручен сегодня. Значит, лепят мне, а я вот, мне надо закончить такие-то дела, а я сегодня буду делать то, а я завтра то. Я говорю, да открой глаза, блин, открой глаза, посмотри на табличку, ты посмотри, что ты теряешь, а что ты... Человек как-то устроен так, что страх потерять у него всегда больше, чем желание приобрести. Уберите этот страх потерять, вам нечего терять, кроме вот своих рук. Все кругом, сейчас куда я общаюсь с людьми, я не на Луне живу. Куда ни крутни, кого ни спроси, никого нет денег. Так что терять? Мы уже упали все ниже плинтуса, нам нечего терять. Забудьте этот страх потерять. Посмотрите желание приобрести. Вот желание приобрести. За 12 недель выйти на шикарные цифры. 12 недель это $122 000, даже если вы будете сильно напрягаться и на 50% это сделаете. А теперь смотрите, это для новенького, а теперь смотрите каждого из вас сидящих, 235 человек сейчас сидит на нашем мероприятии, 235 партнеров, это не новенькие, тут новеньких нет, партнеров, у кого 1000 сотрудников, у кого 2, у меня 25 тысяч сотрудников, например, в Лоце я еще больше, суть не в этом. Так вы теперь посмотрите, у нас же есть база, это только по одному мы говорим, с нуля, который начинается, 12 недель, куда он выходит. А если у вас несколько человек, так тогда работайте на несколько фронтов, соберите таких своих прямых, умных, тех, что боятся сегодня, трясутся за эти $2000, гривен, которые они получают и ходят каждый день на работу, получают от начальства и плачут постоянно, стонут, но ничего поменять не хотят. Вы их соберите всех, вы будете туда на 3, на 4 фронта работать. И толкуйте им вот это одно и то же. Толкуйте, покажите вот эту возможность приобрести, что он может приобрести. Добавьте сюда еще акции, добавьте фондовую биржу. И уже даже самый глупый, который не понимает, он должен понять. Даже тот, которого насморк сегодня, он почувствует запах денег. Понимаете? И почувствовать эту перспективу. Поэтому, дорогие коллеги, мы всегда уже договариваемся, что мы даже на утренних кофе будем экономить вам 3-5 минут, раньше будем, потому что каждая минута сейчас дорога. Я хочу на этом закончить, я хочу, чтобы вот вы эту положить, ваша задача, вот эту веру в перспективу компании,
продукты компании, веру в маркетинг-план, веру в фондовую биржу, чтобы вы вот эту веру и веру в долгосрочный бизнес, чтобы вы передали людям. Вот передайте, вы передадите ее только тогда, куда она, вы сами будете 100% верить. Вы никогда не передадите какую-то информацию и не убедите человека, когда вы сами не верите. Я хочу, чтобы вы поверили, потому что статусы реальные. Вход в бизнес вообще минимальный. Я не знаю ни одной компании, чтобы за такой маленький вход такие перспективы давала. Все у нас реально на сегодняшний день. Передайте вот эту положительную эмоцию людям. Помогите человеку убрать этот страх потерять что-то. А фактически, если по-честному, нечего терять реально. Нечего терять. И дайте возможность приобрести вот этот шикарный шанс жизни. Вот у вас еще есть 4 минуты для того, чтобы вы сделали пару звонков сегодня. Каждая минута сейчас на счету. До 28 числа те, которые хотят поехать и от Билла Старки услышать не только по акции, а всю перспективу промоушену на 90 дней, которая планируется. Лично от него мы ничего сласло вам не скажем. Чтобы там Влади Сильцер не выпускал там информацию, мы говорить не будем. Мы будем основываться только на том, что помогает нам в работе, что есть на сегодняшний день, что мы можем использовать уже сегодня. А Билл Старки для руководителей, который сделает хотя бы одну неделю по 10, за 3 последующих недели, хотя бы одну неделю 10 циклов сделает, он вероятнее всего пригласит куда-то нас, куда-то, вот хорошее место, и мы 2-3 дня будем обсуждать вот эти перспективы компании. Я хочу, чтобы все туда, ну не все, но большинство, чтобы попали. Если хотите, постарайтесь, потрудитесь и заработайте вот эту возможность. Всего доброго. Извините, если я сверхэмоциональный сегодня был, но меня эмоции распирают. Я чувствую вот эту перспективу и хочу передать вам каждому ее. Поэтому всего доброго вам. До свидания. С вами был Свобода Евгений Сильвова и Ласло Микита. До свидания.